Всем привет, друзья! С вами Андрей. Это канал Футбол это жизнь, и это обзор на матч за Суперкубок УЕФА между обладателем Лиги Чемпионов Баварии против обладателя Лиги Европы Севильи. Итак, внеплановый вообще ролик по FIFA 20, тем более мы вроде как уже с каналом немного перешли, да и полностью, мне кажется, сейчас уже перейдем в Pro Evolution Soccer 2021, поэтому именно этот выпуск, обзор по сезону, можно так сказать, потому что этот матч, мне кажется, все-таки относится к сезону 2019-2020, поэтому мы полностью завершаем с вами эру FIFA 20. Это последний, можно так сказать, точно ролик по FIFA 20. Будут еще там у нас два ролика где-то, наверное, осталось. Это по обзору карьеры за канал. Вот, так что скоро ждите. Скоро я уже там полностью домонтирую этот видеоматериал. Ну и интереснейший матч нас сегодня ожидает. Бавария против Севильи. Поехали. Итак, друзья, также не забывайте подписываться на мой новый канал, игровой канал RNT. Буду всех рад вас видеть там. Но пока что вот Бавария пыталась провести первую атаку, у нее это не получилось. Хесус Навас очень хорошо отыграл и мяч этот выбил. Кимих, и это 1-0. Вот так сразу Кимих, можно сказать, за Горецкую забивает. За себя и за Сашку, как говорится. Только здесь за Леона Горецку. И все, это 1-0. Бавария забивает, выходит вперед. Поздравляем всех болельщиков Баварии, что сейчас еще очередной трофей может завоевать немецкая команда. Ну и соперник, можно сказать, не сильно высокого класса против них, Севилья все-таки, но Севилья очень хорошо отыграла против Интера финал Лиги Европы. Ну а Джошуа Кимих забивает первый гол в сегодняшнем матче. Поздравляем его с этим. 27-я минута. И это 1-0. И забивает Роберт Левандовский. Это 2-0. Поздравляем теперь уже с уверенной победой Баварии над Севильей. Очень хорошая здесь получилась атака. Гнабри на Левандовский. Но вот здесь вот сплоховала, конечно, защита у Севильи, потому что Васлик здесь, может быть, забаговал действительно, но Левандовский забивает. Забивает, наконец-то, в финальном, можно так сказать, матче для себя Левандовский, потому что в финале Лиги Чемпионов он не забил. Но теперь вот увеличивает он преимущество своей команды. И все, друзья, финальный свисток и победа Баварии со счетом 2-0 над Севильей. Побеждает команда, которая выиграла Лигу Чемпионов. Более-менее логично, конечно. Мы поздравляем Баварию с очередным трофеем в этом сезоне. И завершаем на вот этой прекрасной ноте наш год в FIFA 20. Всем спасибо большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые теперь выходят по воскресеньям. С вами был Андрей, канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания.